Некоторое время назад мы познакомились с вами с функцией zip. Функция zip работала следующим образом. Она брала два списка и строила из этих двух списков третий новый список. Следующим образом она брала элементы с первого списка, элементы с второго списка, объединяла их в пару и помещала в третий список. То есть из пары списков мы получаем список пар. Ну, пара списков, говоря фигурально, конечно, там нет никакой пары, просто у нас два отдельных списка передаются в качестве аргумента функции zip. Есть некоторое обобщение функции zip. Это так называемая функция zip_with, которая вместо того, чтобы строить пару, она указывает, каким образом соединять элементы двух списков. Это уже функция высшего порядка. Давайте посмотрим, как она устроена, как она работает. Вот перед нами функция zip_with из стандартной библиотеки, поэтому мы прячем ее определение и переопределяем ее в нашем модуле demo. Функция zip_with работает следующим образом. В качестве аргументов ей передаются два списка. Это второй и третий аргумент. Но есть еще первый аргумент. Некоторая функция, которая выполняет всю работу. То есть это функция, которая берет функцию двух аргументов. Первый аргумент типа А, второй аргумент типа Б. Совпадающий по типу с типами элементов списков. А функция zip_with работает так же, как функция zip. Она берет первый элемент с первого списка, первый элемент с второго списка, применяет к ним функцию. И помещает результат этой функции в результирующий список. Функция zip_with заканчивает свою работу, когда кончается наиболее короткий список. Мы видим это из реализации. Если у нас первый список пуст, то результат пустой список. Если второй список пуст, то результатом тоже является пустой список. Это терминирующее условие рекурсии. Ну а рекурсивное определение дано в третьем уравнении. Если оба списка не пусты, то мы делаем ровно то, что я сказал. С помощью сопоставления с образцом отсоединяем голову для первого и для второго списка, применяем функцию f к голове первого и второго списка, деленной уже голове, получаем некоторое значение типа c, и после этого прицепляем в голову результирующего списка получившееся значение. Ну а хвост результирующего списка — это вызов функции zip_with на с помощью той же самой сворачивающей функции f на хвостах xs и ys наших списков, которые переданы в качестве аргументов. Вот так вот функция zip_with работает. Ну давайте посмотрим пример, как она может быть запущена. Ну, например, вызовем функцию zip_with на с помощью оператора плюс, это бинарный оператор, он будет складывать элементы двух переданных списков. Ну давайте первый список сделаем покороче, второй список сделаем подлиннее. Ну вот что происходит: у нас единица складывается тройка, получается четверка, двойка складывается четверка, получается пятерка. Функция zip, про которую шла речь раньше, это просто частный случай функции zip_with. Фактически мы могли бы написать функцию zip, выразить через zip_with следующим образом. Мы должны заменить оператор, который здесь есть, оператор плюс в данном случае, просто на конструктор пары. zip_with конструктор пары сделает ровно то, что нам нужно. Конструктор пары — это как раз функция двух аргументов, она принимает то, что будет первым элементом пары и вторым элементом пары, конструирует нам пару и помещает ее в результирующий список. Поэтому результат этого вызова — это пара, то есть список, состоящий из двух пар, пары из первых элементов, пары из вторых элементов. Это ровно функция zip. Мы могли бы написать функцию zip следующим образом. Zip равняется zip_with и оператор конструирования пары. Есть функция zip_with с большим количеством аргументов, есть целое семейство функций zip_with. zip_with 3, 4, 5, 6, 7 экспортируются в прелюду только zip_with и zip_with 3. Функция zip_with 3 работает над тремя списками, соответственно, ей нужно передать в качестве первого аргумента функцию трех аргументов, в которую будут передаваться элементы каждого из этих трех списков, порождая значение типа D, которое получается в результирующем списке. Ясно, что реализация тоже совершенно стандартная и похожа на реализацию zip и zip_with. Поэтому мы на этой функции останавливаться не будем.